Alamjon jamoasi o'rtasidagi uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanining ikkinchi qismida Alamjon jamoasi bosh murabbiyi Xalasov ishtirok etyapti. Свои комментарии об игре, дайте, пожалуйста. А потом, если возникнут вопросы, перейдем. Да, игра держала в напряжении до финального свистка. Моменты возникали и у тех, и у других ворот, конечно. Мы изучили Андижан, матчи Кубка, изучали до этого. Знали, что они опасны, очень опасны на стандартах. И при переходе из обороны в контратаку. Мы готовились к этому, но все равно моменты, которые со стандартов, в бане у нас несколько моментов выиграло. На полголовы выше наших, нам было тяжело. Плюс еще блок они ставили, ну это у нас чуть ли не борьба там. До борьбы доходил довольно классическая. Конечно, судья нас была, может, где-то поминательнее. Момент рукой берут, нашего игрока бросают. В общем, мы ожидали этой игры там, Дижана. Ну, в принципе, к чему готовились, тому были, в общем, готовы. Пожалуйста, вопрос. Уже баланс более Андрея Хмурзя, Харши, Судун Сикурич, Мадон Шуна, Насалаби. Разве знали высокоростные защитники Андижана, почему этот высокоростный нападающий Сикулич, они едва спорились? Ну, Сикулич, на мой взгляд, не очень хорошо играет голову. Может сохранить мяч. Во-первых, он хороший объем работы, он проделал. Но в данное время рассчитан на более быстрых игроков. Лимбаев сохранял мяч хорошо, придерживал его, он опытный. Моя задача у него была придержать мяч, вытянуть ударную позицию, пройти, на нем свалили, конечно, защиту. У Сикулича немного другая комплекция, поэтому в следующих матчах мы без будем использовать. Это он сегодняшние игры с одной очкой или? Результатом нет, конечно, потому что топчемся на месте уже. Какая у нас ничья, да? Да. Очко. Шаг на месте. В нашей ситуации получили шаг на месте. Конечно, Локомотив подарок нам проиграл более скоро. Мы рассчитываем на то, что мы клинимся в эту борьбу. Но не можем видеть, не можем заметить. Моменты, полумоменты у нас возникают. Стараемся изменить ситуацию, но где-то нам не везет, где-то уровень мастерства не позволяет. Значит, надо заходить в штрафную. Надо идти на последний. Соперник фалил, штрафной. Идти бить, лезть туда, нагнетать остановку. Где-то не получается, конечно. Результат не в нашу пользу, но я думаю, не в пользу Андижана, но игрой я доволен. В принципе, мы все, к чему готовили, мы были определенные нюансы. Будем дальше работать. Впереди нас еще тяжелые матчи ждут. Сейчас ближайший будет на Мангане, на Бахоре. Сейчас у них дерби завтра. И в кубке они в финале проиграли. На последних минутах. Возможно, сказать, что, наверное, не Андижан выиграл. На Манган проиграл. Соло. Спасибо. Спасибо вам. Давай, 100 долларов в следующий раз. Хорошо? Если ты меня только сначала фотографировал, я тебе дал.